вміти вчасно та вправно реагувати на ситуацію на дорозі вдається далеко не усім водіям з досвідом. Але цьому можна навчитись. Як це правильно зробити, знає наш наступний гість Микита Нем'ятий, засновник і керівник проєкту «Дитяча автошкола». Ось так називається ваш проєкт. Дуже рада вас бачити, Микито. І одразу хотіла запитати, як же діти ось так погодилися прийти до вас, повчитись такій серйозній справі? Наскільки це зараз важливо і як вам вдалося дітей заохотити? На наш взгляд, это очень важно. Это основная цель нашего проекта. Сделать так, чтобы, во-первых, подчеркнуть важность, а во-вторых, чтобы детям это было интересно. Мы очень много проработали целую программу, абсолютно интерактивную, основа которой лежит, чтобы детям было интересно. Вызвать у детей живой интерес, отойти от каких-то банальных стандартных вещей, которые уже всем приелись. Максимально работать над тем, чтобы дети понимали, где они будут находиться, я имею в виду в плане дороги, чтобы они не боялись автомобилей, понимали, по какому принципу движутся автомобили, какая есть опасность на дороге. И мы максимально стараемся с детьми выходить, специально на них одеваем манишки, это как одна из часть программы, и сделали уже, разработали целый курс. Так, то есть дети выходят, что совсем не боятся, понимают важливость этой справы, они знают, что на дорозі є небезпека, але в той же час вони вміють вчасно реагувати. Якого ж віку діти? Чи усі діти можуть сприймати ту вашу інформацію, яку ви намагаєтесь їм доносити? Мы при разработке программы рассчитывали на детей, начиная с первого класса, то есть на детей со 7 лет уже. Но так получилось, что сейчас есть несколько у нас детей, которых мы обучаем и 5 лет, и 6 лет тоже. Не хочу чти просто. Они еще не школьники, да, но их родители, что очень важно для нас, понимают важность всего этого процесса. Поэтому они приводят, мы под них в свою очередь тоже приспосабливаемся, мы привыкли с людьми и с детьми в том числе работать индивидуально. Мы смотрим, но мы сначала тоже немножко переживали, все-таки 5 лет, но потом мы увидели восприятие ребенка и подружились, и все отлично. Это больше хлопчики, мабуть, чи девчата теж? Нет, это девочки, кстати говоря. А, это девчата? Вот такие маленькие уже девчата хочуть приходить и вчитися цій справі. Це дуже добре радує, бо про дорослих дівчаток багато чого говорять, особливо водії чоловіки. Не так водить, не туди. А, хто там за кермом? А, ну ясно. Тобто виходить, що ви будете змінювати стереотипи. Ми від них, ми від них відходимо, якби почали, зайшли здалека, по зміненню стереотипів таких. І що ж тоді? Значить, ваша програма розрахована повністю на увесь курс. Діти, ви сказали, не будуть боятись автомобілів, тобто ви трошки і вчите їх розуміти, з чого ж там побудований автомобіль. Так? Які є деталі, на що треба звертати увагу? Так, тобто трошки даєте курс. Мы объясняем не только, есть отдельно, мы это еще в процессе разработки, что касается строения автомобиля. Мы больше детям объясняем первопричину, почему автомобили, по какому принципу они ездят на дороге, что нужно учитывать, откуда предстоит опасность на дороге, почему автомобиль не может неожиданно остановиться, потому что есть физика, определенное движение автомобиля. Да? Вот. Очень много работаем над тем, чтобы дети, очень часто такое бывает, дети спонтанно выбегают на дорогу, потому что они не понимают, почему все так происходит и двигается. Да. И очень много детей, которые попадают в ДТП, в том числе избитых детей, они очень часто именно по этой причине. То есть они неожиданно выбегают на дорогу, потому что они не понимают, как это работает все. Через вот сколько метров работаем. Так может зупинитися автомобиль? Мы над этим работаем, и мы с каждым ребенком, у нас много открытых уроков, мы стараемся помимо теории еще давать большое количество практических упражнений. Это дуже вже цікаво, практика. Що це таке? Это очень ответственно, как бы, но мы к этому обязательно, мы прежде всего к этому привлекаем родителей вместе с родителями. Если мы говорим, например, эти по каким-то причинам на занятии не присутствуют, мы на детей одеваем специальные манишки и выводим их к пешеходному переходу, показываем на примере реальных автомобилей,
как автомобиль едет, почему он должен остановиться, почему он может не остановиться, этот автомобиль, как определить, что автомобиль останавливается, потому что у детей еще младшего школьного возраста, у них еще недостаточно отработано восприятие по движению каких-то предметов, да, но по они еще не визуально определять. Сколько метров да. треба зупинитися. Так. Поэтому мы объясняем на простых, очень простыми, доступными для них словами, да, о том, что автомобиль едет, смотри за автомобилем, останавливайся обязательно, если ты видишь, что автомобиль не останавливается. То есть, потому что очень важно, но очень много автомобилей-нарушителей. И мы, как люди, которые в этой специфике работаем и сами ездим в городе, каждый день это видим. Поэтому задача не только показать ребенку, как положено по правилам, но и очень важно показать, как в жизни. Порушники потому показать, что помимо это... нашего курса, после нашего курса ребенок выходит, идет в школу, он идет самостоятельно, мы с ним не можем физически, так же, как и родители, ходить целыми днями, сутками. Нам очень важно вложить за период этого курса в ребенка вот эти вот основные понимания его относительно всей дороги. Скільки він років може з вами провести? Ну, рік-два, чи може навіть декілька місяців? Ми розробили, тобто у нас курс рассчитан на полгода мінімум. Мы его постоянно дорабатываем, потому что мы постоянно смотрим, очень в тесном общении с родителями и с детьми. Мы видим, как воспринимается лучше, как хуже воспринимается. У меня последние полгода хобби, я езжу по городу, скупаю все интерактивные настольные игры, которые связаны с безопасностью дорожного движения. Выяснилось, их не так много, но они есть, потому что это тоже часть программы, которая входит в игровой форме. Дети приходят, играются и краще разумеют правила дорожного руха. Это очень важно в игровой форме, есть свои там определенные персонажи, которые они рисуют в виде знаков, и мы есть целые упражнения, посвященные отдельно знакам, и мы разработали специальный игровой твистер с более 30 знаками, которые максимально будут полезны для детей, они опять-таки тоже в игровой форме, то есть они учатся знаки запоминать, воспринимать. Справді, з приводу знаків, навіть дорослі люди дуже часто плутають одні з іншими і на дорозі можуть розгубитися. Так от, діти, які в ранньому віці вже це почали сприймати, в дорослому їм буде набагато легше і простіше за цим всім працювати. Але ж зміни. Часто трапляється так, що от ми вчились так по одній системі, так, а зміни і в державі, так і взагалі пов'язані з правилами дорожнього руху, трошки там є невеличкі видозміни. Ви про це все теж їм говорите. Тобто вони не такі вже, ці діти у вас і прості після закінчення школи. Вони починають багато чого вчити і набувати такого досвіду, так, який їм дуже-дуже буде необхідний в дорослому житті. Я вам скажу, що ми, к нашому удивленню, є... немаленькое количество детей, с которыми родители уже видно, что проработали какие-то определенные моменты. И на общем фоне эти дети сразу видны. То есть для них уже что-то знакомо, что-то они видели, слышали, понимали. Вот. Других детей мы тоже стараемся максимально подтягивать. Что касается нововведений, которые в правилах, если мы много уделяем внимания... Ну, ось мы видим, как работают ваши дети, так? Да. То есть есть тут такой момент тесной співпраці, это то, про что вы говорили, так? У них есть игры, и у них есть специальный, специализованный одяг. Дети, я смотрю, что их так багато у вас, декілька груп, так? Да, мы очень много работаем над тем, чтобы детям было интересно. То есть это групп несколько, группы разные. Это мы работаем и как на примере, как на базе школ, вот что, как на картинке, это мы в школе проводили открытые мероприятия. Мы работаем так и у нас в учебном центре тоже.
Вот, это у нас в учебном центре есть специальные макеты, где мы, вот то, что я рассказывал, с детьми в игровой форме все это прорабатываем. Дуже гарні такі яскраві. Да. Це я собі уявляю, скільки треба було зробити всього, побудувати. Це ж ви, мабуть, створюєте ці конечно, макети, конечно. Так? Это все авторские, их нигде нету, это только у нас. Мы же начали с того, что поставили перед собой задачу, чтобы детям было интересно, и исходя из этого мы максимально начали над этим работать, и мы дальше дорабатываем. То есть мы не останавливаемся ни в коем случае, что весь курс это не просто там два макета, грубо говоря, да, и все. То есть мы дальше работаем, мы дальше видим, какой интерес вызывает у детей. Ну, видно, мы, что дети мы сейчас начинаем работать над тем, чтобы был персонаж. Вот это очень сложная такая маркетинговая штука, да, но мы сейчас, чтобы детей он влёк, то есть чтобы они этого персонажа там запомнили, там, мы еще думаем, в каком формате это будет, то есть мы дальше это... Дуже цікаво, да. Надзвичайно, и хочется справді побачити, чим же це у вас завершиться, а ще что буде за персонаж, мабуть, якийсь, можливо, відомий або, навпаки, невідомий, а створений саме вами, так, ідейний такий буде, якийсь да. Хлопчик чи дівчинка, чи хто це буде, так? Ну і насправді з ним можуть траплятися різні дорожні пригоди, і ось діти потім почнуть його, можливо, десь визволяти з якихось пригод, а може десь підказувати, це що ж там треба ідея, робити. Да. Так, ідея дуже класна. Але ж насправді наші реалії, вони відрізняються від тої теорії, з якою постійно дітям вашому доводиться зіштовхуватись. Тобто ви їм кажете, показуєте, розказуєте, але на дорозі можуть бути непередбачувані ситуації. Як тоді бути і як ви вчите реагувати? Реагувати швидко можливо? І як саме потрібно бути готовим? Ми з дітьми, собственно, як і з взрослими, але ми зараз говоримо в контексті дітей, дуже працюємо багато на качество, ми не стесняємося повторяти якісь моменти. Щоб це, опять-таки, ми перед собою поставили задачу, пусть це буде 3-4 основных моментов, но за занятие ребенок их запомнит на всю жизнь, чем это будет много-много-много, у него в общем визуально ему картинка понравится, а в голове не особо что-то останется. Поэтому мы стараемся помимо всех визуальных моментов, да, и разных уровней понимания и запоминания ребенка, мы еще стараемся вот повторение мать учения. То есть каждый раз, например, что касается пешеходного перехода, то практически каждое занятие преподаватель идет с ребенком на разные пешеходные переходы, и мы прорабатываем одно и то же, чтобы у ребенка возникло до автоматизма, как, что, где. Ну, ви таким чином захистили вже дітей, можна сказати, що справді. А з переходом там зрозуміло. А з приводу таких водійських навичок, насправді це дуже цікава тема і для дітей, бо хлопчики і дівчата усі без виключення хочуть ще вміти дуже вправно водити автомобіль. Так от, чи є у вас тренажери, чи якось, можливо, ви працюєте у цьому напрямку? Ми зараз в процессе тренажера, чтобы у нас он был, у нас его пока нету, как бы мы работаем в этом направлении. Мы с детьми еще также работаем, к очень большому сожалению, в правилах об этом ничего не сказано, что касается дети, автомобиля, дети и детского кресла. Когда мы начали вникать в эту проблему, а как выяснилось, это проблема, многие дети, например, категорически не хотят садиться в детское кресло, мы их к этому приучаем. Мы отдельно, у нас сейчас есть занятие, которое посвящено, часть занятия, мы детей запускаем в автомобиль, в котором можно делать все в этом автомобиле, и мы детям рассказываем, как нельзя отвлекать взрослого, какие кнопки нельзя нажимать в автомобиле, какие можно, зачем нужно детское кресло, что это, наоборот, подчеркивает твою статусность и важность в этом автомобиле, да, то есть не надо пугаться его. Ну и бонусы, так? Они же потом ездят потом на автомобилях, так, когда заканчивают же курс. Нет, у нас история чуть другая. Мы, если мы говорим о детях младшего и среднего школьного возраста, мы их знакомим с картингом, с картом. Это как пример такого, скажем так, механического транспортного средства, но практически полностью интегрированного под ребенка, потому что за рулем взрослого автомобиля еще физически мы его не можем посадить. Почему? Потому что он не будет доставать до педали. Да. Вот, детей с 14-летнего возраста примерно уже
уже можно посадить за автомобиль. Ну, по закону, к сожалению, запрещено их обучать. Запрещено обучение вождению только, вернее, разрешено с 16 лет. Угу. Поэтому очень жаль, что так. И есть многие дети просятся, говорят, поучите меня, мне 14 лет, мне 15 лет, я уже хочу, мне уже папа давал. Мы говорим, но, к сожалению, как бы, ну, мы не можем это нарушение закона, как бы, учитывая... Але ж все одно є варіант, де вони можуть відчути себе водіями, так, на таких автомобілях і проїхати. На закритих площадках плюс тренажер, как бы то, над чим ми працюємо, тому що це класна штука дуже буде, і це дітям в будь-якому випадку подобається. Ну і плюс на картах гоночних теж в літній період ми їх приучаємо, показуємо, знайомимо, що це таке, щоб вони відчували елементи, опять-таки, фізики, руління автомобіля, торможення. Це найкраще, коли вони на своєму досвіді будуть все бачити, будуть розуміти автомобіль, хоча поки що такий, а в майбутньому вже інший, який вони захочуть собі придбати. Я вам дуже дякую, Микито, що прийшли сьогодні до нашої студії. Насправді, дуже класну роботу проробили вже на сьогоднішній день. І далі у вас є дуже суперові ідеї. Я бажаю, щоб вони у вас завжди працювали, так, і щоб поменше траплялося пригод на наших дорогах. Ну що ж, це була програма «Фреш». Зустрінемось з вами вже завтра о 13:30. До побачення.